Аквагрим, модные прически, танцы и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. Новогоднее представление для особенных детей собрало более 1000 гостей в волейбольно-спортивном комплексе города Одинцово. Уже стало доброй традицией в преддверии самого волнительного и ожидаемого торжества встречаться такой большой семьей. На праздник приглашены ребята из коррекционных школ и различных общественных организаций. Специально для детишек с ограниченными возможностями здоровья глава Одинцовского муниципального района Андрей Робертович Иванов проводит особенную елку, та, которая будет интересна именно этим детям, в которой смогут они поучаствовать мастер-классами. Вы как видите, по наш 621 ребеночек, инвалид. Вот, сюда приглашены все эти дети от 0 до 18 лет, плюс с братьями и сестрами, всех здесь ждут. За интерактивную часть праздника отвечал Центр народного творчества и методической работы Ирины Ватруниной. Гости с удовольствием фотографировались в сказочно-новогоднем интерьере, делали прически и подставляли щеки под кисть художников по аквагриму. Впервые была представлена уникальная театральная программа, в которой актерами выступили не только участники молодежного театра «Крылья» Ольги Кобецкой, но и знаменитые спортивные акробаты из «Старого городка». Новогодние приключения главных героев спектакля Вовы и Маши органично вплетались в выступления чемпионов мира по спортивной акробатике Марии Черновой и Георгия Потарая. На сцену вышла и знаменитая актриса Эвелина Блёданс, которая исполнила роль Василисы Премудрой. Праздник для особенных детей был полон улыбок и радости, и, конечно, новогодних пожеланий. Твои пожелания детям и взрослым на Новый год? Чтобы у них все было хорошо, чтобы они во всем успевали, и чтобы дети хорошо учились. Самое главное – здоровье и удачи. Верим в светлое будущее, чтобы все было хорошо. Да. Всех с наступающим. Если же по каким-то возможностям, ведь это жизнь, кто-то не смог попасть на елку, мы просим обратиться в отдел социального развития. И мы 8 числа обязательно вот тем, кто не был участником сегодняшней благотворительной елки, мы обязательно сможем им помочь. И они посмотрят в рождественские дни не менее замечательное представление. Свои поздравления передала глава Одинцовского района Андрей Иванов в лице исполняющей обязанности руководителя администрации Татьяны Одинцовой. А потом был финал, яркий и красочный, как этот день, наполненный волнительным ожиданием наступления Нового года. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».